у меня добрый, красивый друг, который дарит нам знания. Учитель для меня самый вежливый, самый добрый, и он нам дарит знания. Учитель самый хороший, он нам всегда говорит, как писать буквы, цифры и учит нас всему доброму. Учитель – это человек, который нас учит и нам помогает, как писать, читать и рисовать. Для меня учитель самый умный, я за ним все повторяю. Это тот, который дает детям знания. Учитель – это тот человек, который обучает нас знаниям. Он ставит хорошие отметки. Учитель для меня добрый человек, как вторая мама. Для меня учитель – это добрый человек в школе. Учитель меня учит разным языкам. Учитель – самый главный в школе на свете.